Кого брать? Диня! Лето, снова открытый кубок в городе Южном, традиционно. Мы с организаторами, Миша меня уже уверил, что тут будут такие площадки, что вы просто отсюда не захотите уезжать никогда. Павел, поэтому... аплодисменты. Да. Дорогие ребята, вроде бы как недавно мы уже поздравляли наших людей, которые в прошлом году выиграли турнир по волейболу, но так время быстро летит, что вот пролетел год, и снова мы здесь все вместе собрались. Вижу знакомые лица, и к ним добавляются новые. Я от всей души, буду краток, от всей души хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Солнце, море, молодые здоровые лица и прекрасный вид для спорта, пляжный волейбол. Всем удачи, и хочу, чтобы победил сильнейший. Ну а мы постараемся сделать так, чтобы у вас это время было приятно. Я хочу всех поздравить с началом турнира, пожелать всем хорошего настроения, классного волейбола, самое главное без травм. И мы хотим от Федерации волейбола сделать небольшой памятный подарок за многолетний труд. Аплодисменты, друзья! Мы договорились, что аплодисменты.
большую помощь и весомый вклад в строительство и развитие этого прекрасного вида спорта. Мы хотим наградить Сергея Вячеславовича Маслова. Ура! Традиционный открытый кубок по пляжному волейболу. Он тоже посвящен в этом году 40-летию порта Южный. Организаторы совместно Федерация волейбола города Южный, Державное предприятие «Морский торговельный порт Южный» и Южинская филия администрации морских портов Украины. Вы видите, что мы проводим его практически в одно и то же время каждый год, уже достаточно длительное время. И с каждым годом у нас, вот в прошлом году было две площадки, до этого вообще, вы помните, у нас было здесь все очень грустно на пляже. В этом году уже вот третья площадка на выходе. Федерация волейбола работает, мы чем можем, конечно же, им помогаем. Еще у нас по пляжу будет еще одно мероприятие. Мы планируем 28 числа, в день рождения ДПМТП «Южный», когда, собственно, и будет у нас праздник в городе Южный. Мы здесь проведем крейсерскую регату, парусную регату крейсерских яхт, кубок морского торгового порта «Южный». Это тоже традиционная регата. В прошлом году у нас кубок порта «Южный» был на траверзе пляжа Южнинского, поэтому и южнинцы, и отдыхающие могли видеть очень близко паруса. В этом году мы планируем здесь сделать не просто яхты, в прошлом году делали круг и возвращались, а в этом году мы хотим сделать здесь заезд, чтобы они здесь покружились напротив этого. То есть по времени это будет больше. Это будет одновременно и соревнования, и одновременно будет шоу, потому что сейчас мы промериваем, специалисты занимаются промеркой дна, и поэтому как можно ближе к берегу мы будем делать бум. Я, конечно, очень рад и немного удивлен от Федерации волейбола. Почетный диплом. Спасибо огромное федерации. Напишите за весомый вклад в строительство стадиона. Да, мы помним, что здесь вообще ничего не было, и всегда видим, что среди всех эмблем есть ДПМТП «Южный». Тогда, когда обратились к вам, или как вы тогда решали, что тоже нужно принять участие, помочь ребятам? Ребята, пляжники, они очень дружные и принимали это решение коллегиально. То есть сначала было принято решение, они обращались к городским властям по поводу территории. Городские власти отозвались положительно. То есть было принято решение территорию дать. Потом они начали искать спонсоров. И в том числе портовики, очень много портовиков участвуют в пляжном волейболе. Вообще портовики любят волейбол. И вы знаете, мы друг друга волейболисты, конечно, тоже знаем по городу Южный. Поэтому было принято решение, они писали письма, и было принято решение, мы тоже помогали, принимали строительство, посильное строительство, посильную помощь, вернее, в строительстве этой площадки. Поэтому, да, есть здесь и наш баннер «Профсоюз порта Южный», и баннеры тех организаций и тех людей, которые помогали. Я на блок. Нету. Эй. Линя. Эй. Бой-два. Чужой мяч. Yes! Сам, без. Да! Come on! Поезд! Я!
Ребята, не. Лучшим защитником на этом турнире стал Алан. Лучший блокирующий Скороход Артём. Ну, человек, который набрал больше всего очков с подачи сегодня, наверное, ни для кого не секрет, это Христо Влад. И лучшим нападающим турнира стал Лысян Александр. По результатам турнира 7-е место заняла команда Монастырский Лек Бардук Михаил. Давайте, поздравляем, Алан! Также 7-е место заняла команда Акинин Александр, Попичка Алексей. Они не уехали! Яков Клименко Богдан. За 4-е место награждается команда Данилюк Алексей Алан. 3-е место и медалями награждается команда Кумогородский Виталий Скороход Артём. Серебро турнира завоевала команда Сергеенко Сергей Лысян и Александр. И первое место и золотые медали завоевала команда Наложный Александр Христо Владислав. Вы большие молодцы, спасибо всем огромное. Давай! Отличный турнир, как обычно в Южном, всегда хорошие турниры, площадки новые, погодка неплохая. Соперники чуть послабее, бывает обычно посильнее соперники. Я сейчас в сборной Украины, Саша там тоже я был. Я по молодежке больше, но я больше классическим волейболом занимаюсь. Да, то есть даже мы профессионально занимаемся волейболом. Соперники тоже хорошие, в финале ребята тоже были мастера спорта, прежнего волейбола, они тоже раньше были сборной Украины. Просто сейчас они не там, а мы там. Может быть из-за этого мы и выиграли. Чуть подросли, да. Поколение меняется. Как вам вообще в Южном? В Южном маленький городок, мне в принципе понравилось, что аккуратненько, там всякие, ну по мелочам, там велосипедные дорожки, понимаете, такой маленький европейский городок. Здесь как часто бывает? Наша? Ну, так на турнирчики приезжаем, бывает там, играет женская команда, там может играть Южный, знаете, химик. Спорт тут хорошо развит, поэтому мы здесь тоже. Есть желание еще приехать? Ну, конечно же, есть. Если будет тут все расти, мы здесь будем. Впечатления самые наилучшие. Это не первый турнир, который проводится здесь у вас в Южном. На этих площадках, на эти площадки съезжаются большое количество команд с Украины, не только из Одессы. Опять же, ваши команды есть южинские, есть команды, которые приезжают с Николаева. Все довольны, все под впечатлением. Результатом довольны, но можно было бы и лучше. Чего не хватило? Физических каких-то возможностей. Надо больше тренироваться, потому что уровень хороший, команд. Все приехали побеждать, бороться. Не просто бороться, а побеждать. Нужно тренироваться, чтобы добиваться успеха. Хотелось бы пожелать Порту больше возможностей для проведения таких турниров. И развития. Люди с удовольствием сюда будут ездить, потому что мало турниров вообще в Украине, не просто в Одессе, не даже в Николаеве, на таком уровне и с таким уровнем игроков. Только спасибо большое и процветание. Площадка шикарная. Сам помогал в некоторых каких-то элементах здесь.
Очень доволен площадкой. Довольны. Два дня, упорная борьба, команды равные все. Ну, игроки молодцы. Все хорошо. Уровень проведения растет, организация тоже набирает обороты. Федерация волейбола Южного в этом помогает хорошо в проведении турнира. Ну, точно так же, как говорится, спонсоры. Есть порт Южный, администрация морских портов, филиал Южинский. Помогают нам, ну, проведение турнира традиционно. Женские команды Ну, неофициально провели так, для, скажем так, для местных женщин провели неофициально, чуть-чуть, там несколько команд, 4 команды было. В отдельном зачете? Да, в отдельном зачете. Как-то награждали? Как-то было такое? Ну, грамоты, как говорится, подарки, памятные подарки, призы. А призовой фонд? Призовой фонд турнира 15 тысяч гривен для 8 команд. Делится на 8 команд. Погода нас не подвела, хорошо все. Два дня солнце, чуть-чуть тучки, жарко, конечно, но ничего. Парни у нас здоровые, все хорошо.